Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать распаковку вот такой вот куклы, которая называется Enchantimals. Это серия таких куколок-зверюшек. Они идут обычно со своими питомцами или идут в наборах с какими-то еще аксессуарами к ним. У меня уже на канале была одна распаковка такой куклы Enchantimals, морская звезда. И я решила приобрести себе еще одну такую куклу-лебедь, которую зовут Софи Свен, если я не ошибаюсь. Если что, исправьте меня в комментариях. И если не ошибаюсь, то пояс. Я английский знаю не очень, поэтому если что, исправляйте меня. Давайте сначала посмотрим нашу коробочку сзади и спереди. Спереди нарисована сама кукла вместе со своим питомцем. Это вот это как раз Софи со своим питомчиком. Написано Enchantimals, это фирма вот этих вот игрушек, и ее имя, и имя ее питомца. Нарисованы вот такие вот цветочки. Потом кукла сама находится на фоне какого-то леса красивого. Как я поняла, в этой стране, где живут эти куклы. А на обратной стороне тоже написано Enchantimals и всякая информация про куклу. На русском и на других языках. Предупреждения всякие. И фирма изготовитель Mattel, там все такое. И вот еще одно изображение этой куклы с ее питомчиком. Там всякая информация. А еще это кукла для детей старше 5 лет. Там это где-то. А, нет, 4 лет вот. 4, вот тут написано. Что ж, давайте ее распакуем. Мне уже не терпится распаковать вот эту интересную куколку. Так, что ж, давайте ее распаковывать. Она, в принципе, довольно-таки легко, без всяких ножниц достается. Вот она. Сейчас попытаемся также легко достать питомчика ее. И, конечно же, саму куклу. Да, довольно-таки легко, но все же вот тут вот чуть-чуть были затруднения с головой. Так, давайте достанем ее питомца, лебедя. Давайте начнем обзор с самой куклы, потому что, мне кажется, это нам более интересно. Так, куколка сама белого цвета, как и ее питомец, лебедь. Сама она очень красивая, под ее глазами красивый узор, похожий на перья, и тот же самый узор находится на ее лбу. У нее красивые розовые брови, глаза синего цвета с розовым таким как бликом. Красивые глазки, очень миленькие, а носик как клюв у птицы. Ну, в нашем случае у лебедя. Губы розового цвета очень красивые. Губы подчеркивают цвет ее волос, тоже розового цвета. Очень красивые. На голове у нее находится такая, как коронка или что-то типа ободка. А выглядит он как перышки у птички, как лебеди. А из одежды у нее вот такой, как плащ или накидка. Она выглядит в стиле птиц, перьев наших лебедей красивых. То есть это как будто бы крылышки вот этой птички-лебеди. Красивая кофточка, на которой изображены два лебедя, которые образуют сердце. Сама кофточка розового цвета с синей такой как полосочкой. И там цветочек нарисован. А на юбке ее изображены всякие перышки, цветочки, а юбка сама розового цвета. Тоже очень красивая. Давайте посмотрим ее ножки, а точнее ее обувь. Обувь такого, я бы сказала, бирюзового цвета, не могу сказать, что это голубой и синий, это более бирюзовый цвет. А на нем изображены всякие, мне кажется, какие-то морские пузырьки, что ли, или солнышки какие-то, ну, какие-то узоры. А вот такая как змейка, которая идет по ее ноге. От туфелек напоминает какое-то водное растение. Скорее всего, какую-то водоросль. Ну, так как всем известно, что лебеди — это одновременно водные птицы, то, скорее всего, это к этой теме и относится. Кстати, еще хотела что сказать. Вот эта вот накидочка, она фиолетового цвета с каким-то узорчиком. Вроде как перышек как раз. Очень красивая. Так,
Ребята, давайте теперь посмотрим вот эту птичку-лебедя. Если я не ошибаюсь, то это вроде как мальчик или девочка. Я точно не знаю. Если вы знаете, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях. Эта информация будет для меня важна. Так, сам лебедь белого цвета с вот таким как шарфиком или какой-то накидочкой такого голубого цвета, очень красивая, пушистая. Если вам нравится вот такой лебедь, а мне очень нравятся лебеди, я люблю птиц, то поставьте лайк, он очень няшненький. Так. У него даже проделаны такие крылышки, то есть довольно качественно. Голова. На голове цветочек такого, получается, голубого или бирюзового цвета, как, скорее всего, обувь нашей куклы. Кстати, у нашей куколки тоже есть такой цветочек на ободке. Клювик, как у всех птиц, оранжевого цвета, с такими бликами. А глазки точно такого же цвета, как у его хозяйки, синего цвета. И проделаны реснички, то есть, возможно, это даже и девочка. Я точно не знаю, я в них не очень разбираюсь. А сзади сделана специальная ручка, с помощью которой мы можем прикрепить нашего лебедя к хозяйке. Давайте сейчас это сделаем. Это очень легко делается. Просто нацепляем это на руку ей. Вот и все. Она может держать свою любимую птичку. Вот. Вот так вот они миленько выглядят вместе. Вообще, игрушки очень хорошие, качественно сделаны. Я советую всем. Набор довольно-таки недорого стоит, то есть, думаю, его можно позволить себе как подарок. Очень хороший. Я его покупала за 500 рублей с чем-то, вроде 550, если я не ошибаюсь. Я покупала его в детском мире, если ошибаюсь. Вроде как, да, в детском мире, я не помню. Да-да-да, в детском мире, точно-точно. В детском мире довольно-таки, я думаю, это даже недорого стоит. Такой наборчик. Конечно же, есть наборы подороже, но это там у каждого свой вкус, кто какую хочет. Ребята, еще напишите, пожалуйста, хотите ли вы какие-нибудь небольшие сериальчики с этими куклами, я это могу все снять. Я, конечно же, посмотрю там немножко этот мультик, чтобы чуть-чуть узнать все. Потом обязательно пишите в комментариях, может, я даже что-то могу с ними из Monster High снять, если вы хотите. Обязательно пишите мне в комментарии. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, и это кукла, конечно же. Подпишитесь на мой канал, не забывайте смотреть мои видео и напишите, конечно же, в комментариях, хотите ли вы какое-нибудь продолжение или сериала про вот этих прекрасных вот куколок. И всем пока! Пока! Пока!